1931 году в Харькове на втором всеукраинском конкурсе юных пианистов сразу же обратил на себя внимание коренастый юноша с пышно повязанным бантом, хмуро из-под лобья оглядывавший аудиторию. Харьков был тогда столицей. Культурная жизнь кипела, и просвещенную публику трудно было чем-либо удивить. Но каждый, кто слышал тогда игру Эмиля Гиллеса, прекрасно понимал, что перед ним незаурядное дарование. Никому не известно еще тогда, 14-летний Эмиль Гиллельс приехал в столицу из провинциальной Одессы. Он был еще слишком молод, чтобы участвовать в соревнованиях в качестве конкурсанта. Но в те годы на Украине детям, удачно выступившим перед жюри, назначались довольно большие стипендии. Материальные условия семьи Гиллельсов были трудными, и юный одессит отправился завоевывать столицу. Всем известно, что Одесса принадлежит к числу городов, обладающих особой атмосферой. Она создавалась многим – природой, памятниками давних времен, разношерстной, разноязычной толпой людей, культурой, к которой столичные города относились несколько свысока, примечая только одессизм в языке, поведении, вкусах и образе жизни. И с удивлением констатирую, что отсюда вышли Илья Ильф и Евгений Петров, Давид Ойстрах и Святослав Рихтер, Исаак Бабель и Валентин Катаев, и еще многие-многие знаменитости. Эмиль Гиллес родился в 1916 году. И его детство совпало с эпохой, когда Одесса, как и вся страна, задыхалась от недостатка еды, света и тепла. Когда керенки смеялись разными украинскими карбованцами и деникинскими колоколами и теряли со дня на день всякую ценность. Когда вся Одесса питалась мелкой рыбешкой-феринкой, а топили буржуйками, с трудом обогревая небольшое пространство вокруг себя. Уклад жизни был труден, но тонус ее высок. Все бурлило. Сосуществовало множество, казалось бы, несовместимого и непредвиденного. Вот в такой атмосфере и рос Эмиль Гиллельс. На одной из одесских окраин, именуемых Молдаванкой, проходило его детство. Ни в одной из существующих биографий Эмиля Гиллельса нет упоминаний о том, что в доме его родителей обитало искусство или хотя бы служило там частым гостем. И никто не обратил бы внимания на дарование юного гения, если бы в доме не оказалось фортепиано. Его первым преподавателем стал известный в Одессе педагог Яков Исаевич Ткач. Занимались по старинке, на уроках шла настоящая муштра. Но созидательные силы всякого одаренного ребенка рвутся наружу и настоятельно требуют выхода. Натаскивание, школярство, подавление воли только подталкивают его к поискам. Вспомним, к примеру, что происходило с Мариной Цветаевой, когда ее в раннем возрасте засадили за рояль и заставили зубрить гамму. Название клавиш «до», «ре» обернулись мыслями о красивой книге с иллюстрациями художника Доре. «Ре-ми» заставило задуматься о судьбе мальчика Реми из популярной повести. Нотные знаки превратились в веселых воробушках, живущих на нотных линейках и спрыгивающих оттуда на клавиши. Нечто аналогичное происходило и с Эмилем Гиллельсом. Только его фантазии носили чисто музыкальный характер. Ему хотелось играть на рояле для самого себя, а не по наставлениям учителя. И он стал импровизировать. Уже тогда он инстинктивно стремился к славе, успеху, всеобщему поклонению. По ночам, когда в доме все засыпали, он брал отцовскую линейку и начинал дирижировать. Ему представлялся ослепительный концертный зал. Он чувствовал дыхание огромной толпы. Он сочинил пьесу о человеке, который хотел учиться музыке и стал знаменитостью. Премьера состоялась в подъезде дома, причем Гиллельс, играя главную роль, ухитрился быть еще и суфлером. Детской мечте суждено было сбыться. Очень скоро Гиллельс стал чудо-пианистом, сочетающим стихийный темперамент с уравновешенностью психики, не ведающей нервических изломов и сентиментальной расслабленности. Критики отмечали полную невозмутимость Гиллельса в манере держаться перед публикой. Это было не наигранное спокойствие, а естественное состояние, диктуемое физическим и психическим здоровьем и огромным эстрадным талантом. В годы «Железного занавеса», когда русские артисты могли добиться признания за рубежом, разве что покинув навсегда родину, Гиллельс ошеломляет рядом блестящих побед, превративших его в национального героя. 1936 год. Победа на Венском конкурсе. 1938. Брюсселе. Послевоенный период, нескончаемые триумфы на Пражской весне в Париже, Риме, Германии, Англии, США, Мексике, Канаде, Японии. Гиллельс изменялся на глазах. От года к году. В каждом новом сезоне пианиста открывали заново. И до последних концертов в его жизни процесс творческой кристаллизации продолжался.
Эмиль Гиллес не забыл город, в котором к нему впервые пришел успех. Спустя 30 лет он вновь приехал сюда, и Харьков опять гостеприимно распахнул свои двери. В Екатеринославле есть Днепр и подпольные адвокаты в изобилии. В Полтаве – полтавский юбилей. В Таганроге – рыба и греческая аристократия. В Ростове – виноград, кавказские фрукты и армяне. Каждый город что-нибудь имеет. Но что имеет Харьков? Спрашивала в 1910 году корреспондент Южного края, скрывшийся под псевдонимом Гуинплен. С точки зрения обывателя вопрос кажется сугубо риторическим. Харьков имеет то же, что имеют перечисленные города вместе взятые, кроме разве что Днепра и Черного моря. Эмиль Гиллес вернулся в Харьков, повинуясь магнетической силе, притягивавшей всех знаменитостей, хоть раз побывавших здесь. Что ж, такова, видимо, судьба нашего города, который немногие творцы миновали в своих исканиях. Города интеллигенции, обреченного оставаться провинцией. Исследователь харьковской культуры Валерий Берлин сравнивает нынешнюю судьбу Харькова с судьбой Петербурга. Ведь недаром оба экс-столицы. И естественно возникает вопрос, чем он был, наш город? Вокзалом, через который снуют туда и обратно равнодушные пассажиры? Или благоприятной средой для муз, их служителей и почитателей?